Мне кажется, что на Западе очень ценится индивидуальность каждого человека, и в целом их система образования старается выявить эту индивидуальность в ребенке с самого раннего возраста. Не как бы всех под одну гребенку, а вот именно, что ты личность с самого маленького возраста. Вот ты только родился, ты уже личность. И методика Монтессори, как никакая другая, не позволяет ребенку развиваться как личность, как индивидуум, что очень важно, потому что если мы смотрим на более традиционные системы образования, то в них присутствует всегда такая стандартизация, скажем так. То есть есть то, что входит в норму, то, что стандартно для ребенка, а есть то, что не входит. В то время как методика Монтессори позволяет каждому ребенку раскрыть себя как индивидуум, как личность, и продвигаться со своей собственной скоростью и усваивать навыки именно со всей той индивидуальностью, которая присуща каждому ребенку.